Всем привет, особенно любителям сладости. Мы в Мегросе, который на Домлаташе, Клеопатра. Давайте посмотрим сладости. Халва здесь. Есть какао, есть обычное, я так понял. С какао, значит, кило стоит 29,90 в лирах. Вот такая вот. Эти вот кусочки по 11, по 12 лир. Здесь вес у них по 400 в среднем. И халва у нас обычная, которая без, это тоже с какао, обычная, которая без какао, она по, тоже по 29,90, такой кусочек, тут поменьше, они 300 грамм, 8,85. Халва вся в Турции, конечно же, вкусная, в этом можете даже не сомневаться. Дальше, казандиби, это, по-моему, вот эти штуки, это типа, как их называют, запеканки, я не знаю, как их правильно назвать. Да, казандиби, 180 вес, 2,45 она стоит, попробовать стоит, если это ваше, вы будете есть дальше, если нет, то не будете. И вот этого тоже стоит попробовать, это сютлач называется, или сутлак, это тоже на любителя, оно с рисом, как запеканочка такое, ну попробовать обязательно надо, а там дальше вы уже определитесь. И фистик или баклава. Баклава есть двух видов, фистик ли это, я забыл, чевизли и фистик ли, вот увидите вес по полкило в среднем здесь, и короче, кило стоит 23,90, и та 34,90 фистикли. Вот такая вот. Ну это настоящая, реально. Мегрос ее обычно делает даже в своей пекарне. Смотрите, как она должна выглядеть. Это настоящая баклава. Фистикли это, по-моему, то ли орехи, то ли, я забыл слово, значение этого слова. Короче, вот такое вот для любителей сладостей. Привет всем из Алании. Июль месяц, лето в разгаре, сезон в разгаре. Приезжайте за халвой. Я думаю, даже если домой везти, вот в такой упаковке вполне она доедет, ничего с ней не случится. Вот эта вот кошка, фирма очень классная, кстати. Если видите продукты эти, этой торговой марки, можете брать. Короче, все это советую вам попробовать, обязательно.